Примите самые искренние, самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником, с Днем российского предпринимательства. В Дмитрове отметили лучших предпринимателей муниципалитета. Более 60 руководителей предприятий Дмитрова и Дмитровского округа собрались на днях в неформальной обстановке, чтобы отметить День российского предпринимательства. Поздравить предпринимателей приехали представители администрации муниципалитета и торгово-промышленной палаты. Ну, безусловно, на первый взгляд кажется, что те санкции, которые вводит против нас коллективный Запад, они, по их мнению, должны были полностью убить и разрушить нашу экономику. Но на самом деле все получилось наоборот. Высвобождаемые ниши, западные компании ушли, они спокойно занимаются нашими предпринимателями, они спокойно работают в этой сфере, они спокойно выпускают уже продукцию, импортозамещение благодаря поддержки правительства области, правительства Российской Федерации. Это все происходит. И, соответственно, предприниматели уже работают. Они выпускают эту продукцию. Да, не сразу, понятное дело. Но и мы понимаем, что мы это сможем добиться. Мы все сделаем. Почетную грамоту от главы Дмитровского округа за вклад в развитие экономики и социальной сферы представитель администрации муниципалитета Светлана Тарасова вручила Игорю Терентьеву, директору Дмитровского завода МЖБК. Благодарственные письма от главы округа получили Игорь Макаров, гендиректор Дмитровского мебельного комбината, Денис Бородин, директор Дмитровского института непрерывного образования, Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ и Евгений Усович, гендиректор предприятия «Алюмет». Дмитровский бизнес, он же разнонаправленный, и в зависимости от сфер деятельности все находятся в разной ситуации. У нас есть и сельхозпроизводители, есть и деревообработка, есть и металлообработка. И в зависимости от сферы деятельности ситуация у всех разная. Что хочу сказать, что все работают. Есть даже некоторые сферы, которые вот эта ситуация, которая сейчас происходит, сложная экономическая, она для кого-то является даже подспорьем, потому что действительно конкуренция уходит. Сегодня я общался даже вот здесь на нашем мероприятии с коллегой из компании Face Product. Они говорят, импорт уходит, не можем внутренний спрос даже обеспечить на себя. Такой поток идет. Да, поэтому вы знаете, на самом деле ситуация стабильная, ситуация во многом даже выигрышная. Накануне Дмитровская торгово-промышленная палата совместно с администрацией Дмитровского округа провели конкурс под названием «Ростки малого бизнеса». По его итогам лучшими предприятиями были признаны лучшее предприятие в сфере промышленности фирмы «Агрус», лучшее предприятие в сфере торговли ИП «Косолапова», лучшее предприятие в сфере сельского хозяйства КФХ «Сарсацких», лучшее предприятие в сфере услуг фирма «Ворота Сервис», лучшее предприятие в сфере ремесленничества ИП «Шишкова», лучшее предприятие в сфере общественного питания ИП «Морозова». Победителем премии «Коммерсант года» по итогам 2022 года стал Максим Черцов, гендиректор фирмы «Лига деятелей культуры и спорта», горнолыжный курорт «Сарачаны».